В новом сезоне Marvel добавили много чего интересного, и сегодня я попытаюсь выполнить челлендж, в котором буду лутаться только из новых сундуков Доктора Дума. Возможно, даже придется его одолеть. Так что всем приятного просмотра, но перед этим, пожалуйста, ребят, подпишитесь на канал, потому что я смотрю, больше чем половина всех зрителей канала не подписаны. Надо бы это исправлять. Доктор Дум челлендж в Fortnite. Ну или один сундук Дума челлендж. Вот, его и лутаем. Так, ну, кстати, неплохо выпало. Сразу же залетел сюда на локу. Надеюсь, еще получится забрать самого Дума. Так, вот это мне можно лутать, как всегда, как обычно. Шилды, патроны, ресурсы, это все я забираю. Но вот именно пушки, лут я лутаю только из сундука Дума. Ну, либо у него лично, у самого Дума. В общем, летим на него. Блин, мне бы дробовик. Нет, не на него летим. Давайте еще сундучок заберем. Вот здесь вот, по идее, вот здесь вот должен быть еще один сундук. Ну-ка. Ага, найс. Так, блин, а что же здесь выпало из сундука? Вот он открыл его. Вот это по-любому, да? И вот импульски, я не знаю, импульски из сундука выпали или нет. Это очень плохо, что я не знаю. Дробовик бы? Ага, ага, ага. Бам! 126. Это, кстати, очень классный ган. Вот я хочу мифический у Дума забрать. Где еще сундуки? По идее, в башне здесь должны быть. Вот здесь, да? Блин, я не люблю этот прицел. Вот этот прицел коллиматорный. Он очень неудобный. Ого, уже гасят Дума, окей. Вот мне бы дробаш, блин, где взять дробаш? Так, найс, он начал файтить Дума. Ага, вижу. Вот еще один сундук. Кстати, что-то он прям потеет. Так, дробовик. Есть, дробовик, неужели? Все, могу нормально файтить. И вот это, и импульски еще, это вообще кайф. Сори, братик. Сорян. Ну, такая судьба. Уж прости. Я Доктор Дум. Не знаю, брать ли перчатки, они такие себе. Ну, наверное, возьму. Наверное, надо взять, хотя... Чего они дадут мне? Особо ничего. Так, и вот этот дробовик, наверное, из типа выпадал, да? Ну все, в принципе, вот с этим лутом мы играем дальше. Единственное, что возьму, наверное... Возьму, наверное, физ с собой. И все, погнали. Ну, перчатки... Если честно, вообще бесполезные. Не знаю, что с ними, зачем я их взял вообще. Но раз уж у нас челлендж, будем и перчатками тоже играть. Блин, мне этот железный воин дробовик не особо нравится. Мне больше вот даже новый нравится почему-то. Хотя он урона, по-моему, не особо наносит. Но он мне как-то удобнее, что ли. Опа, глянь, кто бежит. Бэм, 90, let's go. Ну-ка, сейчас по голове попробуем. Бам! 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 Ну, если бы я попадал еще, было бы замечательно. Так, а мне интересно, если я... Я сейчас хочу проверить одну тему. Если я, допустим, юзаю эту тему, падаю, я не получаю урон, да? Если я юзаю эту тему и падаю... О, фух, я не получаю урон. Тут бы я точно разбился. Это очень хорошо. О. Что с типами? Он еще так стреляет, типа еле-еле. Фук. О, у чела тоже, видимо. О, блин, потнич. Найс. Это прям очень хорошо было. Вот это, в этом плане, конечно, перчатки Дума топчик. Потому что я засейвился от падения. На меня какой-то потнич напал. Ну и я его просто скинул. Надо не забывать, что у меня есть... Не забывать, что у меня есть перчатки. И использовать это по максимуму. Ага, это чисто летающий тип. Блин, ну это... Что, я не... Блин, нет, что... Боже, что я не могу застроиться? Чего мне не строятся постройки? У меня нормально постройки не ставились. Помогите кто-нибудь, пожалуйста. Блин, как же сложно сейчас файтиться с... Ну, может, ты его откопаешь уже, нет? Братик. Я потанцую. Еще двое? Офигеть, там еще двое. Меня ломает. Еще чел. Тут
я вылезу. Вот это читы. Вот это читы. А, тихо. Блин, я не хочу просто, блин, это реально читы. Его очень сложно контрить. Все, уезжай, уезжай. Мы пофайтимся с тобой в другой раз, пожалуйста. Обязательно нужно записать челлендж с щитом. Челлендж Капитана Америки. Потому что это реально тема прям такая. Ее очень сложно контрить. Доктор Дум жрет кокосы и капусту. Блин, ну реально, играют прям потничьи все. Медальон у меня есть, поглощение у меня есть после киллов, да? Тут, скорее всего, меня поджидает тоже. Я, блин, все... весь камень потратил на эти файты. Блин, надо мышку поменять, потому что у меня глайдов нет. Без глайдов вообще что-то сложно нацелиться нормально. Вижу. Если бы у меня было им... Блин, я бы без этого прицела я бы попадал нормально. Вообще, мне так не нравится этот прицел. Фу, долбанный коллиматор. Так, ну что, 11 ремейн. Надо фулл ресы нафармить. Я вот думаю, может быть, есть смысл забраться на гору и оттуда попробовать построить скайбазу. Это прям забавно было бы так катку завершить. Но не хочется... не хочется сейчас наткнуться на какого-то задрота. Ох, еще и зона здесь. Вообще кайф. Так, окей, ну что, 6 ремейн, 5 ремейн. Угу. Тут прям подо мной челик, как будто. В общем, строимся над облаками, получается, ребята. Строимся над облаками. Не знаю, сработает это вообще, нет? Интересно. Наверное, рано надо было вместе с зоной начинать. Хотя, в принципе, может быть и нормально. Ух ты, это уже макс хейт, серьезно? 4 ремейн, let's go. Ну, я вижу, вон там последние остались. И они вроде все там. Было бы кайфово, конечно, добить последнего типа с помощью способности Дума. Челик летает на чем-то, да? Как будто с читами. Все, последний. А че он его подлутает? Блин, ну последний оставшийся, ну... Посмотрит ли он вообще вверх? Он как-то странно летает, это он на ранце, наверное. Может быть, это этот чел, который меня пытался пофайтить? Что-то есть у меня такое ощущение. Простреливает кусты, да? Вверх пока не хочет смотреть. Блин, он реально не смотрит вверх. Тип реально не смотрит вверх. Прикольно. Блин, ну хочется, конечно, до самого финала, чтобы она закрылась. Зона. Единственный момент, правда, как его прижать? Бахнуть ему с пистолета попасть? Блин, у меня ресов не хватит. О, у меня очень мало ресов. У меня уже не хватает. Значит, надо что-то делать. Нет, 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 нет! Сука. У меня же были ППшки, блин, у меня же были ППшки, почему я на них не переключился? Я, главное, ни с чего не попал. Ни с пистолета, ни с чего не попал. Это так глупо. Сука. Ой, ну ладно, ладно. НТ получается, НТ. Если хочешь быстро закупиться V-баксами или наборами Fortnite, или пополнить Steam, это лучше всего сделать в моем боте или на сайте. Большое спасибо всем, кто уже пользуется и оставляет отзывы. Давайте попробуем в нулевой высоте. А что получится без стройки, я не знаю. Давайте вместе проверим. Так, тут уже тип прилетел, сейчас уже меня стрелять будет, скорее всего. Но есть дробовик, из дробовика есть миники, супер. Блин, мне так непривычно в нулевую играть. О. Здорово. Так, где тут еще есть сундуки? Ну-ка, 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 ну-ка. Как раз в этом здании, только где-то снизу, по-моему, да? Где-то здесь, нет? Дума забирают, отлично. Ладно, сейчас посмотрим. Вот здесь не забрали еще сундук, это тоже хорошо. Значит, я его заберу. ППшки. Вот это. Нужно чуть повыше подняться. Он убежал. О! Стой. Давайте, мужики. Нихера. Да не по мне. Его добили. Ёп. Блин, ты напугал меня, братишка.
Я подумываю оставить эликсира им. Несмотря на то, что он мне не нравится, я подумываю его оставить. Я думал все. Я думал на этом все, мы закончим. Блин, как я выжил? Я не знаю. Я думал все, все вместе начали перезаряжаться. А, НТ. Офигеть, у него мистерио дробовик. Вау, он оттуда аж прилетел. Ну, я это юзать не могу. И ранец я тоже не могу брать. У меня все-таки челлендж. Но это очень тяжело в нулевой будет. Мне ничем не закрыться, не могу ничем. Мне только перестреливать по чисто по АИМу. Давайте попробуем сюда еще сбегать. Может быть, тут есть что-нибудь в сундуке. Ну, его, скорее всего, открыли. Не, не открыли. Воу. Ну, конечно, этот лучше. Окей. 19 ремейн. Боже, какая третья буря. На такую огромную зону 19 ремейн. В нулевой. Не, ну тут реально, тут первый, как бы... Первое столкновение с челом на открытой местности, и все, как бы это. Просто дождусь зоны. А, я все это время играл не на своей чувствительности. Так вот почему у меня с АИМом траблы. Я все это время не на своей чувствительности был. Так, ну что, let's go получается. Но он же меня не видел, правильно? Я надеюсь, он меня не видел. Или он меня видел? Может, он рофлит надо мной? Я не знаю. Оттуда еще тип с медальоном бежит. А, даже летит. Блин, ну все на этих ранцах. Это прям мета для нулевой высоты. Это нужно записывать... Капитан Америка челлендж. Я не знаю, Железный Человек челлендж. Это прям жесткая тема. Да я могу, блин. Ну, пожалуйста, я могу попадать? Или я без глайдов вообще никак не попадаю? Не перезаряжается. Мне кажется, лучший вариант это просто засесть в кусте. Если уж на победу, то лучший вариант просто из куста сидеть. Блин, меня отметило. Теперь знает, где. Блин, это очень читерный медальон. Он просто будет ждать, когда он меня отметит. Реально, очень читерный медальон для нулевой. Чуть чел тупо знает, где я. Ну, а я вообще никак не закрыться не могу, ничего не могу сделать. Мне тупо перестреливаться с ним просто. Просто тупо перестреливаться. Ну, да, опять меня отметили. На себя попадал. Он хилится, что ли? Боже мой, что происходит? Как он меня не убил, я не знаю. Ну типа, как он меня не переиграл? Я в этой ситуации просто максимально плохо сыграл. Просто ничего не попал. Ни с револьвера, ниоткуда. Не, мне однозначно нужно поменять эти долбанные глайды. Точнее, поставить их. Или другую мышку вообще найти, потому что я вообще не попадаю. Как же сложно без глайдов играть. Жесть. Окей, в общем-то, как-то так. Получилось выполнить Доктор Дум челлендж. Let's go.